Арские автоинспекторы помогли автоледи, попавшей в беду. На 68-м километре автодороги Казань-Малмыш сотрудники госавтоинспекции заметили на обочине автомобиль ВАЗ-2114 с открытой дверцей багажника. Позже выяснилось, что хозяйка автомобиля повредила переднюю шину, и во время движения ее машину начала уводить в сторону. Девушка призналась полицейским, что самостоятельно установить запасное колесо она не смогла, а проезжающие мимо автомобилисты не реагировали на просьбы о помощи. Сотрудники ГИБДД заменили колесо и сопроводили автоледи до ближайшего автосервиса.